12 сезон комедийного сериала «Реальные пацаны» на телеканале ТНТ. В центре сюжета, которого лежит история о нескольких друзьях юности, живущем в бедном районе Перми. Съемки сериала «Реальные пацаны» начались в июле 2018 года. Предыдущий, 11 сезон, вышел на экране весной 2018. Главные роли в 12 сезоне «Реальных пацанов» по-прежнему играют Николай Наумов, Зоя Бербер, Антон Богданов и Владимир Селиванов. Главный герой, Коля Наумов, повзрослел и стал солидным мужчиной, депутатом городской думы. Несмотря на то, что Каян по-прежнему остается в душе реальным пацаном, ему приходится заниматься политикой и социальными делами, помощью местным подросткам из ПТУ, решением проблем пенсионеров и безработных. В 11 сезоне Коля решает навсегда распрощаться со своим телевизионным прошлым и жить обычной жизнью, но реальные пацаны пользуются спросом у публики, потому соглашаются ездить с гастролями по городам. Лера снова беременна и категорически против гастрольной жизни Коляна. К тому же, к ней попадает видео, на котором запечатлен банный отдых Коляна и его товарищей. В это время Лиза выходит на свободу, но сразу сбегает, оставив Базанову ребенка. В Пермь возвращаются Наташа и Иваныч, а за день до грандиозного финального концерта вся команда шоу попадает в тюрьму. Дата выхода 12 сезона «Реальные пацаны» – 15 апреля 2019 года. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Следите за всеми новинками киноиндустрии вместе с нами.